Всем привет! В этом ролике мы откроем 500 бесплатных рулеток и посмотрим, можно ли с них зарабатывать и сколько в целом мы сможем заработать с помощью машин и налички. Я считаю ролик максимально интересный, поэтому поддержите его, поставьте лайк, ну и также можете подписаться на канал. Также я напоминаю то, что передача аккаунта запрещена, вы за это можете получить либо блокировку аккаунта, либо деактивацию. Но в начале игры ему очень сильно поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня, за вы получите 300 тысяч. Вся информация есть в описании под видео. Я в свою очередь могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Ну что ж, ребятки, вот те самые получаются рулетки, которые мы будем сегодня крутить. Да, это не бриллиантовые рулетки, не золотые, это бесплатные рулетки. Но это будет в качестве эксперимента, потому что интересно, сколько можно заработать именно денег с помощью там машин, налички и так далее. Сколько можно заработать вообще в принципе денег, если покрутить 500 бесплатных рулеток. Я думаю, эта темка довольно-таки интересна, тем более, как бы пацанчик специально для меня копил эти рулетки, не выключал свой комп, наверное, я не знаю, месяц, может быть больше, чтобы я записал это видео, поэтому реально, ребятки, давайте покажем на этом ролике хорошую активность. Если вы на этом ролике наберете 200 лайков, то данный человек накопит 1000 рулеток, и мы снова их как бы покрутим. Я не знаю, крутить с анимацией или без, но давайте с анимацией для начала покрутим, типа попробуем. Но мы пока что будем просто крутить, знаете, так медленно, аккуратненько, а потом уже ускоримся, потому что если я буду на протяжении всего видео крутить 500 рулеток, вы понимаете, это будет очень долго, и я не уверен, что вы хотите полностью смотреть, как я кручу каждую рулетку. Ну реально, то есть вы можете просто оставлять свой компьютер, получается, и тем самым каждые 4 часа будет даваться рулетка. То есть есть здесь большая наличка, есть обычная наличка, есть машины там всякие и так далее. То есть в любом случае, понятное дело, то, что там золотая рулетка, бриллиантовая, намного лучше, намного интересней. Там можно реально поднять много денег. Но здесь как бы вы не донатите, вы получаете эти рулетки бесплатно за счет своего онлайна. То есть это получается, ну, такой небольшой АФК заработок. То есть, ну, вы при этом ничего не делаете, просто свой комп подставляете, но фармите рулетки, потом с рулеток уже выбиваете там машины, деньги, там випку. Вот, комплект лицензий тоже нормальная темка, кстати. Вот, машинка выпала. Недорогая, конечно, но машинка. То есть мы уже 9 раз покрутили рулетку. Получается, у нас было 509, осталось ровно 500 рулеток. Випочка на 28 дней. Если как бы выбить золотую рулетку, то возможно, как бы золотой рулетки можете там выбить 3-й чип, аудиосистему, неон. Так, вот, 96 тысяч мы еще выбили. То есть, ну, реально, бесплатная рулетка — это очень выгодная тема, на самом деле. Прям очень выгодная тема. Поэтому мой вам совет, как бы, ну, можете реально тоже так фармить. Конечно, я считаю, от этого комп будет страдать, потому что, ну, прикиньте, он будет вообще не выключаться, будет постоянно работать. Поэтому, ну, я таким не занимаюсь, потому что мне будет свой комп на самом деле жалко. Возможно, это тупо, глупо, может, это паранойя просто. Ну, я за свой комп переживаю, поэтому я стараюсь особо, как бы, чтобы он не всегда работал. Логан стоит, по-моему, 180 тысяч. Это уже тоже неплохо. Нива плюс еще 180 тысяч. О, просто полетели бабки, смотрите. То есть мы в конце ролика посчитаем, сколько у нас получилось денег, ну и там плюс-минус сколько получилось машин на какую сумму. Не, ну это реально прикольно, поэтому Руси огромное просто спасибо за то, что он дал мне такую возможность записать видео. То есть ему реально очень огромное спасибо. Вот это уже темка. А если таких штук 10-15 выпадет, прикиньте, ну, можно как бы залутать, золотые рулетки тоже что-то интересное. То есть вот об этом я вам и говорил. То есть это по факту АФК заработок. Вам может повезти, может, конечно, не повезти. Эта тема уже такая. Но как бы 500 рулеток нафармить, я не знаю, сколько нужно времени. Возможно, месяц, возможно, 2 месяца.
Ну что ж, ребятки, вот я, получается, открыл 500 бесплатных рулеток, и сейчас мы почитаем, что из этого получилось. Ушло мне на это 20 минут, я немножко пододолбался, постоянно мышку клацать, но ничего страшного. Кстати, если вам интересно посмотреть аккаунт Руслана, получается, то напишите об этом в комментариях, либо наберите на этом ролике много лайков. Итак, пишем мы команду /price, и здесь мы можем посмотреть, получается, то, что мы как бы выбили. Я уже посчитал машины, я считал только Нивы и Логаны, то есть Нивы Логаны — это 40 машин, каждая машина по 160 тысяч. Итого получается 6 400 000. Такая сумма получается, если продать все вот эти машины. Ну, 6 400 000, я считаю, это уже неплохо, как бы, особенно если вы новичок. По поводу, ребята, наличности, здесь вообще просто жопа. Я как бы не буду считать, честно, потому что, ну, это будет очень-очень долго. Но если вот здесь посмотреть, получается, это крупная наличность, здесь получается около 3 000 000. Ну, здесь получается обычная наличность 76, а здесь, я думаю, тоже около там 3 000 000. То есть плюс-минус где-то там трешечка, тут трешечка. Ну и как бы випки здесь тоже, в принципе, выпало довольно-таки нормально. Ну, как бы, я не знаю, это такое себе. Кому-то нужна випка, кому-то не нужна. У Руслана как бы есть блэк випка. То есть получается, если плюс-минус округлить, то где-то 13 000 000 Руслан заработал с бесплатных рулет. Ну и что, это неплохо, потому что, ну, по факту вы для этого ничего не делаете. Вы просто оставляете свой комп, и комп как бы делает за вас это все. Ваша задача просто потом после рестарта, когда будет рестарт, зайти обратно в игру и дальше продолжать фармить эти рулетки. То есть если вы реально ленивая жопа, которая не хочет ничего делать, не хочет работать, но хотите при этом хотя бы что-то зарабатывать, то как бы welcome to бесплатная рулетка.